Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы нечасто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на аль-Башира. Хокинс, только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАК. Не время для какой-то вялой поддержки с земли. ЦНАП ведет нас в курс по десанту, но отправимся мы на ударное задание в Тегеран, аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли аль-Башира. Так что точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой добычей. Пожалуй, так и есть. В воздухе уже полно иранцев. Уровень срани 97%. День у Фарука аль-Башира будет непростой. Лады, пора веселиться! Выравниваюсь у вас по правому борту. Есть.
046. Я большой 212. Контакт. 8 миль. Два самолета. Эшелон 3. Слетают с палубы к северо-западу от вас. Берите курс 3-1. Акула 46. Прием. Курс 3-1. Эшелон 3. 4-2. Поворачивайте. Оружие к бою. Акула 46.